Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в игру под названием Craft the World. И я только вот при записи прошлой серии словил очередной краш. Но практически ничего мы не пропустили, да, придется заново скрафтить мне верстак. Я его скрафтил как раз в прошлой серии, но это, в принципе, мелочи, да. Давайте мы сейчас скрафтим верстак, установим его сначала, для начала сделаем стол, потом верстак. Так, промазал немного. Нет, не туда. Нет, вот сюда. Стол, хорошо. Теперь у меня есть... Вот так вот сделать. Стол. Теперь мы поставим два кусочка дерева, железа, и у нас теперь есть верстак, который мы установим, и, возможно, что-нибудь наши дворфы будут на нем крафтить. Но пока что я такого ничего не видел, чтобы они крафтили. Прям так вот на столе, да, и я как раз могу его поставить, а может быть даже вот здесь вот смогу поставить. Нет, не могу, потому что тут кровать мешает как раз. Хорошо. Теперь, давайте мы вот эти вот две елочки вырубим, которые я, в принципе, вырубил в прошлый раз. Так, дом закончен, хорошо, новый рецепт верстак. Мы сделали верстак, теперь у нас появилась возможность крафтить доски, да, они крафтятся вот таким вот образом, я их уже крафтил в прошлой серии, в принципе, все это то, на чем я и остановился. Кстати, вот, смотрите, я теперь даю задание скрафтить доски, то есть я их не просто крафчу, а наши теперь дварфы идут именно их и крафтят. Вот, отлично. Вот уже интереснее, уже гораздо интереснее стало. Так, деревья, рубим эту лестницу, уничтожаем, да, здесь тоже дерево надо, от дерева избавиться. Так. Что еще мы можем такого сделать полезного? Давайте мы дальше пойдем по крафту. Я надеюсь, что игра не крашнется в очередной раз. По-моему, когда я нажал на ведро, у меня как раз и крашнулось. Ага, нам, блин, три доски надо. Три доски и гвозди. Придется сделать, потратить еще кучу. Целую кучу дерева. Кошмар. Так, а кто у нас, кстати, крафтит все это дело? Выбрать гнома. И давайте мы посмотрим, кто это. Пловец-воин. У нас есть плотник, но он не горит желанием крафтить эти доски, да? Жалко, конечно, но ладно, это не столь большая проблема. Так, новый дварф. Давайте мы посмотрим. Во-первых, мы оденем его, да? А, нет, вот, правильно, новый дварф. Вот этот файн рыбак, хорошо. Кстати, рыбаку мы можем, чего можем? Или пока что ничего никому не давать, все-таки скиллы, может, пока не раскачивать никому, пока. Неизвестно, переживаем ли мы вот через 13 минут нападение монстров, или не переживем, посмотрим. Давайте пока что мы для начала попробуем как-то к этому подготовиться. Да, дерево, 5 штучек осталось, всего-навсего 5 дерева. Как печально. Так, посмотрим, сколько у нас досок. Доска всего лишь одна, это вторую, как я понял, принесли, правильно? Да, вторую, а нам надо целых три. И вот он сейчас третью доделывает. Давайте мы пока что, я не знаю, что-нибудь, пойдем куда-нибудь покопаем. Может быть, сюда глубже вниз, или же, может быть, здесь уголь выкопаем, или же даже, наверное, таки вот здесь вот. Может быть, прокопаем, сделаем второй этаж. Почему бы нет? Почему бы не сделать здесь второй этаж? По-моему, отличное место для второго этажа. Будет чем заняться нашим дварфом. А то они что-то скучают периодически. Вот, бездельники. Кстати, нужно просто здесь использовать и открыть вход. Так. Отлично, все. Теперь бездельники пойдут и будут собирать всякий хлам. Так, а мы тем временем докрафтили все, что нам нужно. Да, и теперь можем сделать... я не помню, что. А, ведро. Теперь в ведро мы можем собирать воду. Давайте открываем дерево технологии. Теперь веревка нам, ну, не то чтобы нужна, но в принципе нужна. Наверное, из веревки мы сможем сделать лук. А веревку, что нам для веревки надо, давайте посмотрим.
Шерсть. Ладно, пойдем охотиться на овец. Где-то у меня были овцы, куры. А может, у меня и шерсть была, кстати, одна. О! Великолепно. Повезло. Повезло. Мы нашли одну шерсть, как раз овца к нам приходила. И из нее выпала шерсть. Это здорово. Так, теперь деревянный лук. Посмотрим. Три дерева и одна веревка. Кстати, давайте мы сейчас ребятам наделаем луков. Это хоть как-то нас обезопасить. Давайте мы двоим дадим, как раз двоим сможем дать. И хорошо. Экипировать их надо теперь, да? Двоих ребят луками. Давайте почитаем, сколько у него урона. 8 урона. Даже круче, чем дубина. Берем по-любому. Так, экипировать лук. Создать это. Так, хорошо. Огненные стрелы. Ух ты. Что нам надо? Перо. Перьев у меня вроде бы не было, да. Перьев я не видел. Есть кварц, есть розовый кристалл, мозги, куча всякого хлама, а перьев нету. Так, хорошо. Давайте мы... Много вкладок наоткрывал таких. Ага, стоп. Лук у него... То есть колчан ему никуда не нужно... складывать, да, просто здесь мы выделяем, какими стрелами они будут пользоваться. Окей, я согласен. Хотя давайте мы, наверное, лук дадим двоим самым живучим ребятам. Да, у меня один лук есть, а второй кому я тебе дал. Тебе тоже лук не подходит. Нет, извини, дружище. А вот Файн будет с луком, и Дефур тоже будет с луком. Переименовывать их пока что нельзя, к сожалению, но может быть, когда-нибудь мы сможем дать им какие-то другие имена. Так, хорошо. Кстати, люк можно будет потом опустить немного ниже, а здесь лестницу такую сделать сквозную, да? Как вариант такой неплохой относительно. Так, дальше. Давайте луки мы... Мы мало луков сделали. Надо еще где-то дерево достать. Ух, гоблины все ближе. Ладно, попытка не пытка. Давайте попробуем срубить вот это вот дерево. Уж надо. По-другому будет очень тяжело. Мне кажется. Эти двое пусть копаются здесь. О, кстати, вот еще одно. Отлично. У нас появился уже уголь. Он, наверное, понадобится, да, на какой-нибудь кузнице. Темнеет, ребята, темнеет. О, нет. О, нет. Давайте. Еще надо луки всем раздать. Срочно, может, они не успеют это дерево срубить, мне кажется. Так, а ну-ка давайте вот отменим задачу. Отменим. Побежали все рубить деревья. Уже потемнело. Ну, да, мы может быть еще успеем. Ну, дерево рубить? Нет? Да. По-моему... Нет. Хотя нет, кто-то пошел. Один пошел, да, давайте мутки. Нету подходящего инструмента. Чего у тебя нету, а ну-ка. А, наверное, только киркой можно, да, ковырять вот это вот безобразие. Типа угля и руды другой. Землю можно ножиком там как-то подковыривать, да, а вот только киркой, наверное, можно копать какие-то более интересные руды. Так, ну я надеюсь, ты сейчас там много дерева принесешь. 4 опыта, 2 опыта. Ох, сколько раз рассыпалось здесь дерево. Так, я надеюсь, мы сможем сейчас набрать. А, кстати, блин, можно ребят отправлять отдыхать. Я совсем забыл. Можно тех, кто как раз раненый, да, отправить именно отдыхать. Кстати, вот здесь вот тоже надо. Это деревце. Так. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Давайте все в атаку. Все в атаку. Давай, отходи. Так, а кто на нас еще нападает? Лучник тащит, конечно. Давай. Тем более он еще отходит, а мог бы медленно двигаться. В принципе, очень-очень удобно.
Мне нравится такой вариант. Двое лучников такие, да, красавцы. Давайте мы еще сделаем луков. Как раз хватает ресурсов. На целых два лука еще. Обалдеть. Так, раз, два. Хорошо. И теперь одеть двоим. Любым двоим, мне кажется. Давайте. Да, тут любым двоим можно лук отдавать. Хорошо, еще бы один бы сделать. Было бы просто чудесно. Так, хорошо, здесь куча и яблоки есть, и дерево, блин. А наши ребята с дубинами. Луки, давайте, сколько? Сколько? Еще. О, отлично. Как раз хватает на еще один лук. Это очень здорово. Мы как раз всех пятерых вооружили сейчас луками. Так, это классно. Да? Все пятеро с луками, да. Красавцы. Все, теперь они точно красавцы. Можно теперь... я надеюсь, что они туда не пойдут. Сейчас, пока эти зомби будут, эти скелеты пытаться проломить дерево, наши ребята расстреляют их луками. Так, все, назад. Все назад, все домой. Все защищать родную хату. Может, мы и гоблинов таким образом каким-то сможем уничтожить, я не знаю. Так, поехали, ребята, давайте. Давайте, давайте. Как можно больше бы лучников сюда. Было бы очень круто. Нет. Нужно, некоторым нужно поспать. Давайте мы отправим спать всех, кто убегает. Всех, кто убегает, спать. Круто. Реально круто. Так, и нам еще бы кровать одну сделать, потому что кому-то кровати не хватило, к сожалению. А, или, может быть, хватило. Ну-ка. А, не, нормально, он сейчас пойдет и ляжет спать. Фух, крутяк. Не, лучники реально тащат. Так, там еще один скелет. Это очень круто. Пошли, ребята, отважные такие, самые-самые герои. За деревом дополнительно. Главное не утоните, пацаны. Главное не утоните. Всплывай, всплывай, что же ты делаешь? А, всплыл? Нет, просто решил обратно вернуться. Ладно. Блин, это жесть. Ну всплыви, всплыви. Ты плохо плаваешь, да, очень, видимо. Добыть воды. О, ну всплывай. Нет. Кстати, давайте, у нас не одна платформочка есть. Давайте здесь как раз мы можем установить платформу. Да, отлично, одна штучка есть. Может быть, это хоть немного поможет. Ага, здесь установить нельзя. Давайте вот хотя бы здесь. И может быть... Давайте сделаем еще одну тогда платформочку и поставим ее вот сюда. О, хорошо, посветлело, наступило утро, обалдеть, наконец-то наступило, эти прыгают. Ты бы просто поплавать захотел, чувак, попрыгать в воду с берега, это, блин, круто, я бы тоже не отказался, но, блин, холодно на улице. Так, все спят, только двое героев работают, один прыгает, ладно, и он утопится рано или поздно, я чувствую. Мне это не нравится. Так, давайте приказ этот отменим. Ну, вернись ты домой, ну что ты? А, можно же ведь, кстати, под контроль его взять. И он аккуратненько сейчас вот выплывет. Аккуратненько мы сейчас пойдем добудем дерево. О, хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Все правильно. Блин, теперь этого надо под контроль брать. Простить. Выбрать гнома. Хотя нет, он вроде бы... Нет, по-моему, он не справляется тоже. Он тут что-то тоже затупил немного. Ладно. Давайте портал тогда откроем здесь. Я не очень большой любитель порта магии использовать, но других вариантов я тут не вижу, таких простых. Выбрать гнома, выплывай, выплывай. Контроль. Давай, всплывай, всплывай, всплывай.
А может, кстати, если... Давайте мы сейчас посмотрим. О, прыгает, как он смешно. Возьмешь, добудешь, заберешь вот эти вот ресурсы все, нет? Нет, не добудет. Не заберет и не возьмет, и вообще никак. Давай, оп. Печально. Отпустить, может, через портал таки осилишь и домой вернуться. Так, давайте сделаем... Дерево немножко есть, сделаем... Вот, вот так вот. Как раз все четыре. Нет, я не так хотел сделать, но придется. Контроль, давай, всплывай. Отпустить... Вот так вот. О, отлично. Хорошо, совсем другое дело. Сейчас кому-то надо пойти спать другому. Давайте мы посмотрим, кто у нас тут бедный несчастный. Так. Нужно по-другому делать. Так, вот можно вот так вот, да? Иди спать. И ты, иди спать. Мне нужна кровать. Нужна кровать. Так, ладно. Сейчас дерево у нас уже есть, листики есть. Мы можем сделать еще кроватей. Как раз две штуки, наверное, сделаю. Там шестой левел у нас. Как раз, ну, в принципе, места у нас тоже хватает, чтобы кровати установить. Так, ну, в принципе, так немного бодрячком так уже ожили. Давайте вот как раз две кровати. Отлично, вот эти деревья тоже можно срубить. Хм, странно, что портал открывается здесь. Так, еще здесь два блока. Угу, блин, он воду набирает. Куда ты носишь эту воду? Зачем она мне надо? Может, конечно, и надо? Но я в этом сомневаюсь. Мостик же есть. Почему вы по мосту не ходите? Может, надо выкачать немного воды? Тут что-то. Нет, ну может, могут же ходить, если хотят, правильно? Могут. Но, наверное, не хотят. Так, ну, ребята, давайте. Установите здесь мне что-нибудь. Хорошая. Угу. Все хорошее, по-моему, закончилось, как ни странно. Ладно, давайте еще сделаем пару мостиков. Так. Вот здесь и вот здесь. Хочу мосты. Уж очень я хочу мосты. Вот там и там. Так, две кровати есть. Выбрать гнома. Иди спать. Выбрать гнома. Иди тоже спать. Нет, вот так. Выбрать гнома. Иди спать. Я когда нажал второй раз... Да, я когда нажал второй раз, приказал ему идти спать, он приказ как бы проигнорировал. В общем, отменил я ему приказ. Рубить кусты. Собираем. Что здесь происходит? Ну никак они не хотят вот этот вот достроить. Ну поставь сюда, ну ёлки-палки. Или я могу вручную его как-то там установить, разместить. Давайте мы вот эти вот деревья здесь повырубливаем, пока у нас есть такая возможность. И портал я здесь вот прям открою, чтобы быстрее ходили ребята. О, фух, ну молодцы, ну наконец-то справились. Здесь они перепрыгивают вполне успешно и не ранятся. И кусты тоже тогда здесь. Гном атакован? А, клещи. Клещи это не страшно. Так, здорово. Здорово. Теперь надо подумать о доспехах, о броне. Блин, может их зальет водой? И они все сдохнут? Было бы здорово, конечно. Так, у меня дома улитки тут ползают уже.
Блин, хорошо, я рад, что мы... Ой, так, 40 секунд осталось до нападения. До нападения 40 секунд осталось. Ох-ох-ох. А, еще и ночь наступает, да? Как раз у нас через... Как раз вот через 40 минут. Через 40 секунд, точнее. Вот, блин. Вот, блин. Так, отменяем все приказы. Отменяем. Все отменяем. Все мы отменяем. Блин, так. Выбрать гнома. Выбрать гнома, контроль. Давай, топ. Почему не через портал? Куда вы... А, вы за ресурсами идете. Давай. Отпустить. Надеюсь, ты сможешь. Да, он сможет. Как хорошо. 2 секунды. 1 секунда. И вот как раз с этой стороны, возле портала. Блин, возле портала. Давайте, ребята, домой лучше идите. Там мне это не нравится. У них тоже такой портал открылся, да? Давайте сейчас всех на войну отправим. Лучники должны справиться. Хотя тут место у них не очень такое удобное, но разыточное. Хотя нет, ну вроде нормально, мы тащим. Надо отправить, разбудить, выбрать гнома. Одеть, контроль, побежал. Отпустил, на войну. О, портал закрылся. Наши ребята...